А-е. Здравствуйте, друзья, подруги. Сегодня мы будем слушать новую песню Саши 13 карат, которая называется «Саша, останься со мной». Лично я прямо сейчас нахожусь вот здесь. И очень хочу, чтобы Саша со мной остался. Поэтому, друзья, пожалуйста, давайте все попросим, чтобы Саша Карат остался со мной в бане, а то я прямо сейчас сижу в парилке, мне пизда полная, если вдруг я не справлюсь. Я вам серьезно говорю. А для того, чтобы следить за тем, сижу ли я до сих пор в парилке или нет, подписывайтесь, пожалуйста, на twitch.tv/firstfeel и на телеграм-канал IamFirstFeel. Мне это важно, мне это нужно. Вот, такая хуйня. Следовательно, у Саши 13 карат. Вышла новая песня, называется «Саша, останься со мной». Что с этой песней? Как бы обложечка, да, красивая, мы видели сниппет. Сниппет тоже очень красивый, приятный, хороший. Сейчас, подожди. Да, да, да. И, соответственно, прежде чем начнем, я хочу прочитать аннотацию. Помните, что у каждого из нас есть свой ангел, который укажет... Парку подай, который всегда укажет нужный путь. То мой ангел, честно, я сам не знаю. Возможно, просто собирательный образ всего происходящего со мной, всякого, что разные этапы, являются смыслом жизни, лучом света, который ведет из тьмы. Прячусь за его спиной, я чувствую себя защищенным от того, что приносит боль. Но иногда мой ангел прячется сам, и тогда становится совсем темно и невыносимо. Надежда на ангела — все, что у меня осталось. Ну, такая довольно грустная телега, пиздеть не будем. Давайте попробуем послушать песенку и как бы кайфануть. А, да, хрен с ним, звуки бади пока вы. Let's go. Хорошо, хороший припев. Я без тебя не найду выход, не смогу вернуться. Ты обнимай меня покрепче, я хочу проснуться. Здесь с тобой, где-то там на небесах прячется ангел мой. Все эти нити между нами все равно порвутся. Ты только дай возможность крыльям твоим прикоснуться. Успокой. Черные вороны уже кружили надо мной. Но мои глаза тебе не врут. Я не смогу это больше терпеть. Бля, красивейшая песня. Прям очень красиво. Прям пиздец, очень-очень-очень красиво. Прям и по куплету, и по сторителлингу. Предприпев охуенный, припев очень пиздатый. Прям пиздатый-пиздатый. То есть как бы есть смысловая нагрузка в треке, есть какие-то прикольные образы с этими ангелами, воронами. Не знаю, есть ощущение, что нас подготавливают к клипу, честно скажу. Но ждем, ждем. Блять, честно, последний альбом Санька был для меня спорный. Там были как и пиздец какие крутые песни, так и песни, которые я вообще не понял.
Вот эта песня прям охуенная. То есть, как бы до нее ты не доебешься. Трек у Каратека «Только ты никогда не узнаешь» пару дней назад год исполнился. Ну, круто, чё, круто. Не, вот это прям отличная песня. Прям без пизды. Я уверен, что у этой песни есть своя аудитория. Есть люди, которые жестко с этого кайфанут. Надеюсь на то, что он закрепится в чарте с этим треком. Прям, прям кайф. Вообще без хуйни, прям понравилось реально. Вам чё как? Скажите. Песенка «Грустная пизда», у меня 4 утра, кот в охуе, хочу жрать, чипсы жопой раздавлены, и Саша не остался чбу. Да, бывает, бывает. Снеппит очень красивый был. Да, да, снял шапку в бане, это, конечно, сильно. Ну, бля, ребята, хочу, чтобы волосы чуть подсушились. Нотация очень четко раскидывает суть трека. Да, 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 да. «Разъебал пятницу», припев «Разъебалова», «Саша останется со мной», охуенно звучит. Мне куплеты больше понравились припева, как будто в припеве чего-то не хватает. Не знаю, мне всего хватило. Бридж плюс припев, разъеб. Да, 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 отлично. Отлично. Я хочу, чтобы девочки на это в ТикТоке видео снимали. Было бы круто. Было бы круто. Мне куплеты понравились больше припева. Это я уже читал. Да, это я уже читал. Очень красивый трек. Без пизды. Красивейший трек. Прям Саня красавчик. Не знаю, мне понравилось прям. Скорее всего, я трек добавлю к себе. Буду сидеть, слушать, гонять. Красава. Во! Бля, еще так обидно было. Саша Карат приезжал, оказывается, на шабаш. Ну, вообще как, мы это обговаривали. И прикиньте, я его не увидел, потому что я выступал. Саш пришел, постоял, поддержал меня и уехал. Грустно. Такое бывает. Но ничего. Я, блядь, так в баню хотел его выцепить. Блядь, ну засветился бы хоть чуть-чуть. Тиктоки с голыми мужиками в бане. Да, бля, вы, кстати, напишите, вы ждете вообще какой-то контент с Сашей? Типа? Потому что мы что-то забиваемся, походу, на подкаст. Если вам это надо, было бы круто. Я хочу вот, Сашка, подкаст. Вроде как он тоже со мной ходит. Поэтому посмотрим. В бане, в бане, в бане. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Все, спасибо вам большое, друзья, кто смотрел «Ради Карата». Увидимся. Ой.